погодка. Три дня метеообстановку в Хабаровске будет диктовать западный циклон. От этого на выходных, большей частью выходных, невысокие температуры по ночам, может быть даже минус один, а днем в эти выходные плюс 12, плюс 14. 1 мая к нам поспешит новый циклон, и он так закрутит атмосферу, что вытолкнет на Хабаровск тепло с района Китая. Днем станет около плюс 18. Двудневная рабочая неделя начнется с грозы и кратковременного дождя. Синоптики предполагают, что это произойдет во время второго завтрака 2 мая. Со следующей пятницы без существенных осадков. И есть уже предварительный прогноз на 9 мая. Там есть вероятность дождя достаточно серьезная во время парада. Остается дождаться и сравнить ожидания и реальность. Увидимся!